наши дни морковь, пожалуй, второй после картофеля по популярности овощ на нашем столе. Даже в рецептах очень часто, где картошка, там и морковка. Однако присмотреть мы повнимательнее к ее составу, возможно, все было бы и по-другому. Удивительно полезно. Здравствуйте, дорогие друзья, и удивительно загадочно. Сегодня мы как раз об этом. До сих пор не ясно, где и когда началось культивирование моркови. Более того, то, что домашняя морковь произошла от дикой, тоже далеко не факт. Даже считается, что они не являются представителями одного вида. Дикорастущая, горькая, светлая, жесткая. Домашняя яркая, оранжевая. А по некоторым свидетельствам, раньше была и красная, и черная, и фиолетовая. Как же все так получилось? Считается, что оранжевой морковка стала благодаря голландским садовникам 16-17 веков. Есть и несколько, правда, неподтвержденных версий насчет того, с чего бы это, собственно говоря, им вздумалось прилагать именно такие усилия. Одни считают в честь принца Уильяма Оранжевого, другие в честь другого Уильяма, первого короля. Этакий знак благодарности за руководство голландским восстанием против Испании, что привело к независимости страны. Третьи просто в знак поклонения оранжевому цвету, традиционному цвету нидерландского королевского дома Оранских Нассау. Но так или иначе, наша привычная просто морковка получается морковкой не совсем простой. Не королевских кровей, но где-то рядом. Да вот ее включение в наш рацион началось с Петра I. Привез морковку вместе с картошкой и другими европейскими диковинными овощами. Кстати, возможно, именно тогда эта пара, о которой мы уже и говорили, морковка-картошка, и сложилась. Но сегодня у нас не суповое, а бутербродное единство. Посмотрим, попробуем. Бутербродная масса с морковью и сельдью. Отварить морковь, очистить, натереть или пропустить через мясорубку вместе с селедкой. А можно и мелко-мелко нарубить и то, и другое. Добавить сыр и сливочное масло. Нарядно, дешево и сердито, то есть вкусно. Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. До свидания.